Здравствуйте, дорогие друзья! Не могу не показать такой очаровательный цветок глоксинии, выращенный из семян японской селекции. Я уже показывала несколько своих глоксиний, и каждый раз они расцветают. У них как раз цветов совсем другой. Все они разные. Вот смотрите, эта глоксиния расцвела на 4 цветка. Цветок очень крупный. Цветки крупные. Хорошо держится цветонос. И еще у нее очень много бутонов. Ну, немного, но есть, которые должны распуститься. Вот такая красота у меня расцвела. На 4 цветка. На самом деле глоксинии такие замечательные цветы. Очень они мне нравятся. Я их в последнее время полюбила. Еще посадила семена глоксинии. 4 упаковки. Разные семена. Но вот махровая глоксиния у меня была всего только одна. Вот окрас. Ничего такого удивительного нет в окрасе. Белый с красным. Или даже с бордовым горлышком. Но смотрится очень эффектно. Это на самом деле украшение для интерьера. Вот такая вот красавица. Раскрасавица у меня расцвела. Следующая глоксиния вот такая красавица расцвела, махровая, выращенная тоже из семян. Вот такая упаковочка глоксиния махровая бархат, многолетние цветы для дома. Это у меня вторая махровая глоксиния, первая красная, я уже про нее снимала видео. Очень красивая глоксиния тоже. Смотрите, крепкий цветонос. Цветонос держит цветок. Не длинный, не высокий. Много бутонов у нее еще не распустились. И вот тут я уже взяла один листочек. Нижний, не знаю, получится нет. И поставила укоренять в воду. Еще глоксиния. Цветок у глоксинии полностью не распустился. Не все лепестки раскрылись. Но она к завтрашнему дню должна распуститься. Такая вот красотка. Так, теперь посмотрим следующую глоксинию. Глоксиния белого цвета. Вот. Выращенная из клубня. Покупала я клубень глоксинии. Сорт Монблан. Была всего одна штучка. Глоксиния не полностью раскрылась. Цветок у глоксинии не полностью раскрылся. Вот такая вот красотка. Но что хочу сказать, что мне из клубня не очень понравилось
выращивать, потому что, смотрите, цветоносов мало, немного, и, к сожалению, вот клубни, которые продают, они могут быть больными. Вот, вот такие вот пятна. Не фокусируется. Вот видите, какие пятна на обратной стороне листочков. Вот такие вот пятна. Я обрабатывала уже по листу, опрыскивала раствором. Так, сейчас скажу. Не фитоверм, а очень другой тоже широко распространенный. Ну, я забыла, забыла. Обрабатывала бегоний этим же раствором и обрабатывала фитоспорином. И обрабатывала заодно вот и эту красавицу. Вот. Ну вот. На сегодняшний день у меня расцвели 3 глоксини. 3 красавицы. Нравятся мне эти цветы. Я все в них больше влюбляюсь и влюбляюсь. И хочу теперь, наверное, заказать укорененные черенки у коллекционеров. Вот, подумаю и закажу. Ну, на сегодня у меня будет все. Всем самого хорошего, доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Я всем очень-очень рада. Пока.